Hi, people! С вами Вика. Как вы знаете, совсем недавно я была в Израиле, и, естественно, оттуда я привезла много-много сладостей. И в этом видео я буду пробовать арабские сладости. Да, уже немножко поздновато, потому что такой себе тренд на сладости уже прошел, но я думаю, лучше поздно, чем никогда, так что давайте приступим. Но прежде чем я начну что-либо пробовать, подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. Также поставьте пальчики вверх, большие-большие-большие. И приступим. Что я сегодня буду пробовать, это финиковое варенье или джем, я не знаю, как точно это назвать. Он вот в такой коробочке, написано тут по-арабски бла-бла-бла. Надеюсь, вы поняли. Давайте попробуем. Так, у меня уже родители пробовали, я, честно говоря, нет. Это вкусно, но это слишком приторно. То есть его буквально можно чуть-чуть съесть и все. Хотя это на самом деле очень вкусно. Ставлю этому джему. 4 из кого-то будет после этого видео очень большая жопа. Извиняюсь, выражение. Итак, следующая сладость очень-очень популярная на YouTube. И вообще сейчас очень популярная. Европейская как бы, но я ее купила в Израиле. Это такой себе жидкий маршмеллоу, я не знаю, как точно назвать. Флаф называется, давайте попробуем. Мне очень интересно, потому что я видела кучу разных комментариев по поводу этой штуки. Открывайся, открывайся, открывайся. Опа, ты что, шипишь? О. Ребята, это божественно. Правда, эта штука 5 из 5. Это просто бомбежная штука. Следующее, что я попробую, это арабскую нутеллу. Тут непонятно, как она называется, но мне сказали, что это нутелла. И мне интересно попробовать, насколько она отличается от обычной стандартной от Nestlé. Открывайте. Боже мой! Это вкусно. Вкус совершенно другой, как у нутеллы. Это тоже ореховая паста. Очень вкусно, но, ребята, это пипец. У меня сейчас, вот я тут съела немножко, да? А там внутри дырка, просто огромная пустота. То есть, меня, можно считать, надурили на треть банки. Я в шоке. Она очень вкусная, сама сладость, я могу поставить 4 из 5. Это очень вкусно, но, ребят, там целая дырка. Итак, следующая штука, которую я попробую, это будет вот такое вот печенье Оро, но израильское. Оно это печенье называется Супер Ос. Это по факту тоже Оро, но, как я поняла, с карамельной начинкой. Давайте здесь попробуем. Вот такие вот маленькие упаковочки, их 8 штук. Давайте затестим. Начинка шоколадная. По вкусу тоже Оро. Ничего, представлю, Оро, 4 из 5. Следующие вкусняшки, которые я попробую, станут вот такие вот арабские поки. Они тут еще дополнительно вот такой вот упаковочки. Написано, естественно, арабском. Вот так вот они выглядят. Простая палочка, можно шоколад, и что там еще. Давайте пробуем. Ну, вкусненько. Там карамельные орешки. В принципе, неплохо. Можно поставить. Что есть прикольная штука, которую я привезла из Израиля, стал вот такой вот аэро со вкусом зеленого чая. Давайте попробуем. Я, честно говоря, очень хочу попробовать именно вот этот вкус. Вот так вот выглядит. Тут, смотри, такая зеленая штука. Давайте попробуем. Это не зеленый чай, это мята. Учитывая то, что я не люблю мяту, но эту мяту даже могу есть я. Она не такая ядреная, но в принципе прикольненько, так вкусно. Можно поставить 4 из 5. Я привезла из Израиля вот такие вот желейные конфеты в виде смайликов. Израильские, давайте попробуем. Вот такие вот баранчики. Сначала немножко тяжело жуется, но очень вкусно. Ставлю 5 из 5. Привезла просто вот кучу вот таких вот шоколадок, но я их уже пробовала, поэтому я вам просто сейчас расскажу о этих вкусах.
Итак, начнем мы с Милки со вкусом Оро. В принципе, ничего примечательного, просто Милка, просто Оро. Следующая шоколадка, написанная уже на иврите, это молочный шоколад с M&M'sами. С M&M'синками внутри. Очень классная штука, вкусная, и ставлю ей 5 из 5, а Милки Орео 4. Последняя такая вот штука, шоколадка, это такие вафельные штучки в шоколаде, тоже очень вкусные. Вот эти я не пробовала, это такие вафельные штучки в шоколаде, вот эти вот малюсенькие очень. Ничего особенного, интересно. Но сам шоколад хороший, поэтому поставлю 4 из 5. Также, ребят, в Израиле я купила вот такие вот арабские Jelly Belly. Поэтому, если хотите видео, в котором я буду пробовать разные вкусы Jelly Belly, пишите внизу в комментариях и ставьте палец. Что ж, ребят, это видео подошло к концу. Я надеюсь, оно вам понравилось. Поэтому поставьте большие-большие пальчики вверх. Подпишитесь на мой канал, ведь дальше будет очень-очень много интересных видео. Люблю вас, ребят. Сияйте. Пока. Бум.